Мои коллеги по администрации, никто не помнит, что мы, работники администрации, выходили на улицы, значит, и проверяли непосредственно работу управляющих компаний. Не то, как мы сделали там до 1 марта, когда наши инспектора, и мы там 1500 крыш, мы сегодня, в принципе, приняли решение, вот вчера 260 человек вышли на улицы, мы прямо по ходу, значит, определяли, значит, какие крыши, где есть опасность, принимали сами решения, значит, что нужно сделать, или оградить, или, возможно, сегодня удалить эти сосульки. Завтра у нас еще более массово выйдут люди, значит, тоже в город. Значит, и мы сегодня создали 5 звеньев, которые с вышками, плюс наших городской МЧС дежурит 2 отряда, которые экстренно выезжают, если какие-то есть вопросы. Ну и сегодня Михаил Владимирович Лихачев, это генерал МЧС, сказал: Александр Викторович, если нужно, даже я готов вам давать пожарные лестницы. То есть вот такие мероприятия, которые мы считаем, ну, наверное, в принципе, позволит нам более качественно произвести очистку вот этих опасных объектов.